Assalomu alaykum hammaga, Shoftin muxlislari. Bugun yana boks musobaqasiga keldik. Bugun final 31 may. Bir saat oldin kelmadim. Uzi yo'tirsta odamlarni ana yuqorida, uzoqda uzi bayroqlarni kutarib, hamma fanatlar yig'in olgan bokschilarimiz ko'pisi finala chiqdi. Bugun ajoyib zakonli bo'y bo'ladi. Sizlar bilan tomosha etamiz. Qanonda ketdik. Boshladik.
Один кто-то человек впереди. Представитель Республики Узбекистан. Последующий 1993 года рождения. Счет по ям проведенным на Лиге не ведет. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Рефери. Судья.
победу по очкам и звание победителя Кубка губернатора Санкт-Петербурга 2018 года одержал боксер Сильва. Состоится по окончанию второй пары. Предоставляется председателю комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербургу Павла Александровича Белова. Добрый день, дорогие друзья! Разрешите всех приветствовать от имени и по поручению губернатора города Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Добро пожаловать в Санкт-Петербург! И, конечно, хочется сейчас выразить огромные слова благодарности Федерации бокса России, Федерации бокса нашего города и лично Максиму Владимировичу Жукову за организацию события в нашем городе. Также хочется отдельно отметить всех почетных гостей, всех ветеранов олимпийского бокса нашего города, которые сегодня здесь смотрят за перипетиями спортивной борьбы. Судьям, тренерам, которые тоже приложили большое усилие для того, чтобы это спортивное событие свершилось. Ну и, конечно, поблагодарить вас, уважаемые болельщики. Спасибо вам! И добро пожаловать в Санкт-Петербург на следующий год на Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу. Спасибо! Слово предоставляется руководителю спортивной федерации бокса города Максиму Владимировичу Жукову. Дорогие друзья, спасибо большое, когда смотришь на полный зал, то на сердце становится тепло. Думаю, что это лучшая благодарность для организаторов соревнований. Спасибо, что вы все находитесь здесь. Также надо отметить высокий уровень подготовки спортсменов. У нас участвуют 4 участника, 2 олимпийских чемпиона, финалисты Олимпиады, призер Олимпиады, 7 победителей и призеров мира. Такой состав, такой уровень только подстегивает желание развивать и продвигать данный вид спорта. Спасибо всем. Итак, уважаемые любители бокса, весовая категория до 49 килограммов. За третье место награждается представитель Санкт-Петербурга